воплощения. Ведь наш герой способен изменять свой внешний вид, вплоть до черт лица и цвета волос. Он пишет файнал за себя и за друга, гений грабежа, красив, необычайно силен и всегда в хорошей форме. Девушки, поберегите свои сердца, потому что он с легкостью может их украсть. Встречайте, Ернар Люпен! Стой, Ернар, подожди. Ты что, реально собираешься участвовать на мистере? Ты знаешь, что год-полтора готовятся парни, чтобы участвовать там? Ну да, но прикинь, я выиграю, капец, это тема будет. И чем ты удивишь, там видел одного пацана вообще из рук пламя фигачит? Погоди, сейчас. Вот, одевай. Нет. Ты хочешь выиграть мистер или нет? Одевай давай. Одевай, я в прошлом году так и выиграл, одевай давай. Я знаю, что делать буду. Что ты будешь делать? Я людям Мона Лизу покажу. Какая Мона, какая Лиза? Нифига, я что настолько важен для тебя? Ну да,
ты же мой номер один. Очень стильный парень, скорее всего, он закупается в магазине «Казак Соул».